Отже, до нашої студії сьогодні завітали Євгенія Пишняк, дизайнер, та Надін Сібай, її мамина помічниця. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Привіт, маленька. Доброго дня. Доброго ранку. Доброе утро. Так, добре. Органайзер. Я вже бачу, просто у нас вже є готовий, і він просто неймовірний, я навіть собі такий хочу на роботу. Що саме потрібно для того, щоб його зробити? Ну, ми вирішили зробити із підручних матеріалів, ті, які, як правило, вибрасуються, але ми знайшли їм применення. Це труби. Может быть, это с фольги, с пищевой пленки, то есть то, что каждая хозяйка всегда использует, и по остатке остаются вот такие пластмассовые, господи, картонные трубы. Uh-huh. И еще мы будем использовать вот тоже часть картонной упаковки, то есть это крышка картонная для подставки. То есть можно просто взять из коробки взуття, крышку? Да, 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 и использовать Супер. Ее для подставки, да. Но для того, чтобы нам сделать, задекорировать, мы будем использовать фетр, наш уже любимый по погоде, тепленький такой. Да, будем, также будем глиттер называется такой материал, это прорезиненный, он очень удобный, он самоклеющий, плотненький, то есть будет долговечный такой. Вот. И, конечно же, клей, либо же клей-пистолет, то есть, ну, у кого что есть. И, конечно же, тоже любимый двусторонний скотч, без которого... Помечник. Да. Вот, начнем. Так, давайте почнем. Я уже немножко подготовилась. Обклеиваем двусторонний скотч с двух сторон, чтобы держать наш фетр. И какой диаметр выбирать? Диаметр, ну, можно абсолютно разный, то есть в зависимости, что вы будете ставить. Понятно, мы это делаем для деток. Uh-huh. Детки, как правило, ставят, что у нас там, карандашики, кисточки, ножнички. Ну, может, там даже для игрушек каких-то. Ну, если игрушки, то уже, понятно, диаметр пошире, потолще. Мышка, давай помогать. Покажем, что это очень легко и просто. Даже детки могут. Мы делаем. Тобто можна ось так просто зібратися родиною, зробити, ну, потрібні речі для кімнати і насолодитися, да, просто. И общением насладиться. Давай покажем, что мы не полностью, а часть заклеиваем, угу. Потом начинаем, прокручиваем. Давай, давай. До конца, до конца. Оп. Яка молодець. Просто дивіться, дійсно, дитина дуже легко все виходить. Сейчас мы чуть-чуть подправим, да? Вот, и все, уже у нас одна труба готова. Доля секунды и уже. Так, продолжаем следующими. Тоже, ну, глиттер, подожди, мы сейчас попозже, сейчас мы закончим то, что у нас с скотчем и с фетром, да? Так, сама сделаешь? Давай теперь полностью сама. Так. Давай я тебе на половинку тут помогу. Угу. Так, мы вот здесь оттенем. Ну и дальше сама. Давай. Так. Ровненько, смотри же, аккуратно, чтобы края. И до конца. Вот так подтягиваем. Главное вымерить, угу. Конечно же, и правильно обрезать, чтобы не было никаких потом недозарумений. Або не выстачило, да. Або забагато. Да, вот. Глиссер вот, это прорезиненная такая, она уже клейкая, очень удобная. Поки наші майстрині вправляються клеїть, я хочу вам нагадати, що ми сьогодні розіграємо цей органайзер. Він такий у нас сьогодні патріотичний. Тому дзвоніть, номери ви бачите понизу вашого екрану, дзвоніть, відгадуйте, відповідайте на питання від нашої юної сьогодні помічниці і отримайте цей чарівний подарунок і можете подарувати своїй маленькій дитині. Так, що у нас там далі виходить? Ну, от ми проклеюємо. Угу. Так, сейчас мы... Так, и уже у нас готово. Готово. Теперь нам нужно продумать, как мы его выставим. Угу. Ну, давай, Надюш, как бы тебе хотелось. Ну, давай, может, это сюда, да? Так будет правильней. Да, главное вымерить все, чтобы не было потом... Видите, угу. У нас идеально подходит подставка. Плотненько. Да, угу. Плотненько стоит. Чтобы было удобно. Сейчас мы будем приклеивать, просто его фиксировать на трубу. Мы берем обычный клей
клей кристалл, но не совсем обычный. Но... Так. Вот. Просто... Потом можно клеем, можно взять и пистолет. Можно пистолетом. Кому чем ПВА. Удобно. Да. Нет, ПВА не подойдет, потому что ну, эта конструкция должна быть стойкой. Угу. И для этого нам, соответственно, нужен прочный клей, который со временем просто эта трубочка, она не отвалится в момент, когда ребенок потянет там ручку, ножницы или еще разом, что-то. Да. Надеж, можешь придавить вот так ручкой? Придави и держи. Вот. А як ти часто допомагаєш мамі? Дуже часто. Дуже часто. Що ви, ну, що ви останній раз робили? Можливо, разом? Бантики. Бантики? Для волос. Ось такі, як у тебе? Так. Неймовірна краса. І що ж ти з цього? Як ти мамі допомагала? Ну, ми з мамою клеїли там ось таку маленьку штучку в... Бусинки, да? Она приклеивает бусинки. Это ее любимое занятие, угу. Приклеивать бусинки. Так. Так, я еще рекомендую между ну, как бы, трубами тоже проклеить, чтобы ну, как бы, скрепить, скажем, сильнее ее. Тобто, чтобы надежно было, чтобы да, не чтобы, пало, не сломалось. Чтобы да, не поломалось, не отвалилось ничего, ни в какую степь. Сколько нам чекать, чтобы оно высохло? Этот клей он достаточно быстро сохнет. Угу. Я думаю, пока мы последний заклеим, первый уже высохнет. Поэтому недолго нам ждать. Угу. Так, стой. Тоже держи. Да. Видите, как добро, быстрее. Я допомагаю. Да, очень удобно, потому что бывает, что двух рук все-таки мало. Все-таки недостаточно, и поэтому... Когда есть вот такой вот мышонок, так, я который... хочу трошки допомогти. Да. То дитина працює, а я стою. Особенно, когда работаешь с клеем, очень важна скорость. И... Особенно с таким, да. Да, и поэтому... Так. Ну, очень. Ты ось, він вже майже, наша конструкция вся готова. Зараз. Почти, сейчас мы края еще... Машка, ну ручку. Так, и здесь, и все. Так. Так. Да. Так, поки мы чекаем, поки оно засохнет, что мы робимо далі? Что мы делаем? Ну, конечно, нам нужно его украсить, потому что, в принципе, можно, конечно, для более таких, скажем, людей, которые не любят... наляпистость и угу. Более любят такое вот... скромность, да, да, то можно, в принципе, уже и так оставить, но мы же делаем для деток, и поэтому мы решили с Надюшей, что нам нужно обязательно сделать девочку, да, сделать для нее платье, показывая, и сделать ребят, которые будут ее сопровождать. Делали мы эти из фетра, да, и из фетра вот такие вот фигурочки, которые мы сейчас будем украшать нашу композицию. Які подивіться на це, боже, ювелірна робота, мені здається. А це посередині возьми. Так, ну, Надя тут уже рішає, кому где стоять. Сейчас не подсохне. Ну, начнем. Думаю, що достатньо в процесі роботи воно. Так, ну і тепер ми починаємо клеїть. Куди, Надюша, будемо дівчинку клеїти? На яку? Посерединки, да? Так, на жовтеньку. На жовтеньку. Тоже мы проклеиваем. Угу. Клей достаточно хороший, поэтому можно не бояться. Он и от ручек хорошо отмывается. И очень быстро вот клеится. Угу. Шейку сначала. Наша помощница полностью забрала девчонку. Так, шею. Угу. Немножко мне не видно. Угу. Давайте трошки повернемо, щоб бачили, як що робимо. Угу. Таким чином збираємо дівчинку да. Частинами. По частям. Вот, тепер зараз ручки. А я нагадую, що у кінці ми можемо розіграти цей, розігруємо цей органайзер, ви можете його отримати. Дзвоніть по номерам, які ви бачите понизу вашого екрану, відгадуйте питання, те, що вам задасть наша юна помічниця, а вона підготувала дуже каверзне питання, і ви отримаєте цю красу і можете подарувати це своїм малечі. Так, тепер оденемо нашу красоту.
Супер. Есть. Вот. Сейчас приклеим. Ты уже мальчика собрала? Яка швиденька. Не знаешь, куда? Ну, давай, может, рядышком по бокам их, да? Чуть-чуть выше, а этого тогда чуть-чуть ниже здесь, да? Да. Хорошо. Теперь мальчика собираем. Ну, хорошо. Давай, нет, она уже. Ось так воно працювати з дітьми. Вони хочуть одне, батьки хочуть інше. Ну, це, по-моєму, це везде і завжди так происходит. Так, так. Держи, попробуй сама клей положить. Да, да, давай. Да. Покажи, як це сама робиться. Чуть-чуть больше, трошки, давай. Трошки, да. Совсем мало. Давай тобі допоможем. Дави. Вот так. И размажь. Вот так, е. Размазываем. Угу. Давай, давай. Теперь на рубашечку ложи. Мышка, на рубашечку. Не-не-не. Вот так вот. Да. Зинши, зинши. С другой. Сильней. Надо сказать. Давим. А теперь размазываем. На мои пальцы. На пальцы? Ничего страшного. Приклеили бы пальцы твои. Что ну, я ходила бы постоянно с этим органайзером. Ну, зато удобно как. Все всегда под рукой. Замесь сумки. Да. Можно и так. Ну вот. Практически готово. Сейчас мы еще доклеим здесь. И показываем, что у нас уже вышло. Так. Так, ну краса, просто краса. Единственное, я тоже хочу себе таки на работу. Вот такой вот. И при помощи сейчас пару лент мы украсим, еще добавим. Так, а у нас же есть звеночек, мы можем поспілкуватись. Пам'ятаєш питання? Доброго ранку. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка. Мене звати Наталя. Доброго ранку, Наталю. Ви хочете отримати від нас органайзер? Так, для діточок хотіла би. Так, тоді відгадайте, будь ласка, питання від нашої маленької помічниці. Задавай. Які ми використовували матеріали? Розкажіть, які матеріали ми використовували для виготовлення цього органайзера? Клей, кристал. Добре запам'ятали. А ще? Картон. Потом разные подручные средства, колбочки разные, там, я не знаю, от кулечков что там остается. Все фетр. Фетр, так, и... Ну, давайте трошки подскажем у нашей глядачці, с чего мы... И глиттер, это такой прорезиненный материал. Все, дякуємо вам за ваш дзвіночок. Ви точно 100% отримуєте цей органайзер. Залишайтесь на лінії, ваші контакти візьмуть і ви дізнаєтесь, де його можна буде забрати. Ну от, все, готово. Поздравляємо победителя. Так. Надіюсь, що буде служити довго. Ще декілька секунд. Зав'яжемо такий бантик. Ось такий має патріотично на сьогодні органайзер, такий веселенький, яскравий. Вот то, що можна зробити із того, що, як правило, йде в мусорне відро. Тому не вибрасуйте все, може воно вам пригодиться.